Воскресенском сельском клубе запрошаю на новую экскурсию, якая носит назву «Музей у чемодане». Вы ни за что не догадаетесь, что тут у меня находится. Вот я открываю свой чемодан. Ну, кто ведает, что это? Это кандалы. Еще у нашей местности их звали чуни. Для чего они? Вот это модесная. Модесная бутон. Для чего он, как вы думаете? Давней люди, когда справлялись по хозяйству, вот ну, такую слоту, как сегодня у нас, одевали на свой обуток наверх, вставляли ножки сюда. Ну как обуток не попецкать, не пошкодить по болоте. И вот такие лодки одевали на ножки свои. Это кандалы або чуни. А ведаете, еще вот тут у соседстве у нас, вельми близко, в Остроецком районе, проживают литовцы. И вот у них этот обуток, это наши соседи, это наши земляки, и он называется клумпы. И, суправды, в те часы, когда я была, ну, юная, еще молодая, в початку 80-х, была мода. Вот, навод мужчины носили клумпы, были такие шлепанцы. Ну, конечно, не ручной работы, вот, однако, они были на подешве толстый каблук, навод мужчины носили, вот, обуток. Ну, и мода была и на жаночий обуток, когда носили клумпы, вот, еще их звали у молодежным осяродку колодки. И вот, захотелось и мне иметь такие колодки, а те их можно было купить. Я попросила дядуля, а может ты сумел пригожа, вот так, как я намалюю их, выстругать, зарабить. Ну, але, ведаете, из меня посмеялись, и на тым моя история закончилась вот с этими кандалами, колодками, клумпами. Однако, вот минуло 40 год, и у меня в музее вот такой экспонат, об яким я вельми марила. З'явився, ёсць, я его люблю и шаную. Вось, бачите? Навод я думаю, что и у мультфильмах вы бачили, вось у героев мультфильмов такие обутки. И Буратино в чем-то подобном шпацировал. Бачите, як цікаво и кольки таямниц заховывает мой чемодан. Шановні сябры, на гэтым мы с вами развітваемся і до новых цікавых сустрэч!